Друзья, а сейчас мы с вами рассмотрим очень интересный скипетр из цитрина, тоже цитрин. И посмотрите, насколько сложно найти такой большой камень в таком качестве, как я вам показывал до этого, ограненный. То есть, в принципе, обычно только головка скипетра. Вот головка, мы в ней видим четко зональность. Она имеет такое качество. И то в этой головке, вы видите, есть шторы. Вон там, где дисперсия пошла по цвету, по свету, как радуга. Как бы, видите, насколько малый годный для ювелирного качества. То есть реально предыдущий камень — это была большая редкость. Вот эти тоже интересные, очень мне нравятся цитрины, которые не ограненные. Тоже он доступен в продаже. Кто заинтересован, обращайтесь, всегда буду рад помочь. Также всегда готов помочь вам с оценкой и экспертизой драгоценных камней и бриллиантов. Спасибо. С вами Виландонекер. До новых встреч. Удачи!